В эту субботу Светлана Боровская отправилась в путешествие по Пуховичскому району. Телеведущая едет в местный аграрно-технический колледж знакомиться с девушкой с очень крепким рукопожатием. Как это выглядит? Вот давайте кусочек чемпионата Европы. Да, как это было? Подходите вы? Да, была гиря 24 килограмм. Ну, мне... допустим, это 16. Да. Упрощенные соревнования. Да, мне надо было в течение 30 минут. Это очень много. Нужно поднять гирю, толчок длинным циклом. Светлана Долгая. Да. Выступает Светлана Долгая. Вы так еще изящно, так, да. Оп, такая стоит. Оп. Да. Не забудем заглянуть и в Марьину Горку, на родину народного артиста Белоруссии Игоря Лученка. Это пианино Игоря Михайловича, на котором он играл, сочинял, вдохновлялся, наверное, был в разном настроении. Его папа когда-то одолжил деньги, чтобы сыну купить пианино. Вы знаете, в хороших семьях истории все похожи друг на друга. Поэтому мне даже как-то неловко. Но я тихонечко один раз нажму. Оп, слышали? Все. Все остальное не могу, все не мое. Рецепт домашнего хлеба, секреты росписи яиц и знакомство с обитателями контактного зоопарка в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй ранницы, Беларусь» со Светланой Боровской завтра в 9:10.